себе. Да? Всем привет! С вами канал Артмани. Да? Что не учить? Ой, видишь, еще хватает. Какую красоту, смотрите, мы обнаружили. Никогда не замечала в жизни. Музейник. Да? Музейник. Вот сейчас ты мне поток там устроишь. Дима. Я не хочу. А, я. Музейник, да? Я не хочу. Я не хочу. Дима моет ложку, называется. Что, перестал скрипеть? Ба, перестал скрипеть. А так скрипел здорово. Дима хохотал. Давай, давай, папа, давай, давай, давай. В другую сторону давай, а то у него закручится голова. Что, опять не скрипит? Ну вот, разработалась. Не скрипит теперь, а так скрипела. Интересно, весело. О! Что-то она опять. Скрипит. Что, голова не кружится? Нормально? Нормально? Давай, 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 Дима, давай, давай, давай. Вот. Ба, как она трясется, смотри. Это еще Дима сидела, она не так тряслась. Давай, 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 ты сильно сможешь. Давай, скрипит, давай. Скрипит. Скрипит, да. Но он трясется больше, смотри как. Какой Дима сильный, а? Он сильный, он очень сильный. Нам еще и в больнице говорили, что он сильный. Нет. Его не удержишь. Если что-то делать вот так. Пойдем на горку. Пойдем. Пойдем. Чего? Идем мы в Альберес забирать последнюю часть заказа. А, заказ прям разлетелся на 5 частей. Мы раза 3, наверное, уже ходили. А еще 2 раза будет ходить? Нет, все, последний раз. Осталось чуть-чуть, что-то он прям долго шел. Обзор на него посмотрите отдельно. Расскажите, как у вас делишки? У нас, в принципе, хорошо, если не считать про эту печку, о том, что она сломалась. Короче, мы затеяли с Димочкой блинчики. Я уже намесила. И будем их делать из вот такой вот штуки. Дима, не лази там. Не надо доламывать ее, не надо. Иди. Иди, я сказала. Так, будем делать мы из такой вот штуки. Это еще из больницы мы привезли. Здесь полгода она может стоять. Необыкновенная такая штучка. Такой вкус вы точно не попробуете нигде. Не знаю, такой странный очень вкус, как будто намешано всего полно в одном месте. Ну, в принципе, кстати, необыкновенно и вкусно. Вот, мы решили из них сделать блинчики. Я их пока что еще не выкинула, чтобы показать вам. Здесь довольно хорошие стаканчики, и в больнице ребенку я эти стаканы мыла. Он их раскрашивал, играл с ними. Там, то есть, в принципе, об этом, обо всем есть ролик, как у нас там все было в больнице. Ну, кстати, классная штука. У нас их было много, там где-то штук 7, что ли, я сейчас уже не помню. Я не сразу начала их копить, уже позже. Так, и тут у нас я намешала блинчики, они еще пока стоят. Ну, что-то я смотрю, у меня прям так мало получилось. Вот, ну, посмотрим. Вот. Димочка уже потанцевал, да? Дима хотел танцевать, да? Да. Да. Рот грязный, потанцевал. И сейчас мы пойдем что-нибудь делать дальше.
Так, сегодня я пробую смотреть вот такой порошок. Я много лет, уже больше 5 лет стираю персилом. Вот, сегодня попробую Ариэль. У меня сестра им пользуется, и у них белье очень ароматное, ароматно очень пахнет. Мне прям нравится. Я все думала, каким же порошком она пользуется. Оказывается, Ариэль узнала. Вот, сегодня купила такой на пробу. 450 грамм. Стоил он 109 рублей, по-моему, в пятерочке. Как-то так. Не знаю, 4-5. А, ну тут сколько миллилитров, что ли. Ну, я обычно добавляю обычный стаканчик. Где-то так вот. Попробуем. Все в одном. Ай, это что-то другое. Такие вот штучки рекламируют. Тут как это. А, ну там что-то другое. Ладно, понятно. Так, он у нас Ариэль, Color. Color — это значит, что для цветного белья. И автомат где-то я видела. Защитный, новый, мягкий. Ну, должен быть, короче. А, ну вот, я машинку увидела, подумала, значит, автомат. Я надеюсь, что я все правильно поняла. Так, и сейчас я покажу, у нас крышечка. У меня уже мусор приготовил. Вот такая у нас крышечка. Это от Lenora. Очень, кстати, удобно. Я насыпаю ее полную и высыпаю туда в стиральную машинку. Это вот. А, кстати, персил вот купил Женька. По 100 рублей, по-моему, сказал. В фикс прайсе. Не знаю, выгодно там. По-моему, нет, не особо выгодно. По-моему, килограмм. А, килограмм и 5. То есть где-то вот так вот. Все-таки 3 килограмма я покупала позапрошлым даже. Нет, в прошлом летом 3 килограмма я покупала за 250 рублей, я помню. Так, жарю блинчики. Такие блинчики, такие классные вообще получились. Они какие-то, знаете, как слоеные, как будто. Такие, ну да, как слоеные. Как это. Я, кстати, сегодня добавила чуть-чуть майонеза. Мама у меня тоже добавляет майонез, у нее обалденно они получаются. И я сегодня чуть-чуть добавила. Вот, даже смотрите, вон там пузырь даже появляется. Они, блин, они такие необыкновенные. Уже заканчивается. Что-то мне нужно было все-таки воды побольше добавить еще, чтобы получилось побольше блинов. Уже Дима один съел, я 2 съела. Они вот такие обалденные, такие вкусные. И тут вот один там же это жарится. 3, сколько? 4. Не знаю, их прям чувствуется будет вообще очень-очень мало. Вот сейчас я дожарю. Я обычно люблю, знаете, как с маслом. Раскладываю вот так вот масло с 4 сторон. Прям куски такие хорошие. Вот. Ну, это замороженное у меня сейчас масло. И варенье. Варенье вот там. Вот это варенье доем, потом это посмотрим. Вот, и варенье вот так раскладываю. А, ну да, по кусочку вот так. А потом где заворачиваю, посерединке вот так вот. Ну, короче, поняли. Люблю очень с маслом есть, хотя бабуля меня постоянно ругала за это, за то, что я люблю масло. А у меня папа очень любит масло. Он бутерброд прям большим слоем масла мажет и кушает. Это обалденно, просто вкусно. Не знаю, я люблю, когда вкусно. Смысл есть, когда невкусно. Если намазываешь бутерброд с икрой, допустим, маслом и икрой, и ешь это невкусно, лучше добавить так, чтобы было вкусно, правильно ведь? Смотрите, какой блинчик получился. Как нога. Большой палец и маленький. Маленький-маленький. Ступня. Тут такая вот. Вот так она идет, а тут пяточка. Как детская ножка. Похоже? Напишите в комментариях. Похоже. Похоже? Ну, похоже. Дима тут разбирается с листьями салата. Салат ест. Огурцы ему. Режу вот так пополам. Чтобы он жевал большими кусками. Ну, да? Да. Что ты делаешь? Это... Ну, как жевать надо, покажи. Вот так. Вот так и жуют свой салат. Лучок у Димы там. Дима там пук. Помидорки только нет сегодня. И сейчас только блинчики будем... нет только. Да, сейчас будем блины вот кладу разогреть. Тут вот. Тут он какой-то странный, блин. Так, это мне. Сколько остается? Уже доели. Мало было. Нет. Имя. 2 я съем. Ты съешь один.
Ну и на завтра нам останется по одному блинчику тогда. Как-то так. Какой-нибудь блинчик. Да. И там где-нибудь блинчик. И где-нибудь там будет блинчик.